Я приветствую вас со Шпицбергена. Я даже не верю, что добрался до этого арктического архипелага в Северном Ледовитом океане. Кажется, что здесь должно быть практически пустынно. Но природа невероятно разнообразна и красива. Первое, что бросается в глаза, это остроконечные горы, благодаря которым Шпицберген получил свое название. Самая высокая точка – это гора Ньютон. Ее высота – 1712 метров. Здесь есть прекрасные водопады, ледниковые озера и многочисленные ледники. Летом здесь от плюс 4 до плюс 6 градусов в июле и до минус 16 градусов в январе из-за теплого течения Гольфстрим. Несмотря на огромные объемы воды вокруг, здесь очень низкая влажность, очень мало осадков и большое количество ясных солнечных дней. В Бергене с ноября по февраль целых 120 дней длится полярная ночь. И 127 дней с конца апреля до начала сентября полярный день. Но несмотря на это, разница температур между ночью и днем очень заметна. Несмотря на то, что больше половины площади Шпицбергена занимают ледники, на участках суши, расположенных вокруг них, довольно разнообразная жизнь. Ботаники насчитали здесь более 160 видов цветковых растений. Редко, но здесь можно увидеть деревья-лилипуты. Растения низкие и холодоустойчивые. Это карликовая береза и полярная ива, высота которых 30 сантиметров, а толщина 2 или 3 сантиметра. Их круглые листочки размером с горошину. А еще здесь растут мхи, лишайники и грибы. Водится около 90 видов птиц. Большая их часть связана с морем. Насчитывается несколько десятков птиц, живущих на отвесных скалах. На шумных птичьих базарах едятся разные виды чаек – чистики, гагары, кулики. Наиболее распространенные птицы – это кайры, тупики или морские попугаи. Гага – наиболее многочисленный вид уток. Есть и совсем маленькие птички – пуночки. Единственные птицы, живущие здесь круглый год – это белая куропатка и полярная сова. Остальные на зиму улетают в южные страны и возвращаются весной для гнездования и выведения потомства.
Животный мир Шпицбергена не слишком богат, но очень интересен. Самый популярный зверь, конечно же, белый медведь. Самый крупный хищник Арктики. Это своеобразная эмблема архипелага. Его изображение повсюду. На монетах, сувенирах, одежде, открытках. Удивительно, но это млекопитающее считается морским. Больше всего белый медведь любит рыскать по морскому льду в поисках добычи, тюленей или молодых моржей. Густая и плотная шерсть, а также большой слой подкожного жира хорошо защищает медведя от холода и намокания в ледяной морской воде. Осенью медведицы залегают в берлоге, и в середине зимы у них рождаются медвежата всего по полкилограмма весом. Обычно два, реже один или три. Белых медведей и моржей летом увидеть труднее, чем зимой. В теплое время года они находятся в северной части архипелага. Еще одной визитной карточкой Шпицбергена являются агрессивные крачки. Эти длиннохвостые разбойницы, защищая свою территорию, даже нападают на прохожих. Коротконогий шпицбергенский олень встречается только здесь. Еще недавно на него, как и на медведя, охота была строго запрещена. Постепенно поголовье увеличилось и составляет примерно 10 тысяч особей. Около поселков можно увидеть песцов. Благодаря плотной шкуре и густому меху северный песец хорошо приспособлен к холодному климату Арктики. Песец здесь бывает двух видов – обыкновенный и голубой. В архипелаге в изобилии присутствуют морские животные. Нерпы, гренландские тюлени, морские зайцы, моржи. В заливы заходят китообразные, а также стада белух. Шпицберген – это одна из самых больших европейских территорий с нетронутой дикой полярной природой. Чтобы сохранить ее, здесь были созданы национальные парки и заповедники. Так что я иду изучать этот удивительный край дальше. До встречи! Thank you.